аэродромы военного времени в Тихвинском районе. 20 сентября 1941 года, спустя всего 12 дней после того, как фашистские захватчики замкнули кольцо блокады Ленинграда, Государственный комитет обороны по просьбе командования Ленинградского фронта и руководства города принял постановление об организации транспортной воздушной связи между Москвой и Ленинградом. По групп транспортных самолетов «Ленинград» из Вологды показали плохую эффективность столь дальних перелетов, поэтому было принято решение подобрать аэродромы, расположенные ближе к Ленинграду. В район Волхова и Тихвина вылетели комиссар московского авиагруппы Карпенко, лучший летчик Шарыкин Серафим Николаевич. Они выбрали аэродромы в Новой Ладоге, Шибенце, Хвойном, Подворовье и Кайбаксу. Основные перевозки вела особая северная авиагруппа гражданской авиации, основу которой составлял 31-й авиационный отряд, имеющий очень мало транспортных самолетов. Поэтому вскоре им передают самолеты военно-воздушных сил фронта, Краснознаменного Балтийского флота, особый Балтийский отряд морской авиации. Транспортных самолетов катастрофически не хватало, поэтому для грузовых перевозок стали использовать тяжелые бомбовозы ТБ-3, а в сентябре 1941 года это были летчики 7-го тяжелого бомбардировочного авиаполка, командиром которого был полковник Лабудеев. Затем к ним присоединилась 39-я отдельная тяжелая бомбардировочная эскадрилья, командиром которой стал капитан Аграновский. Для обслуживания таких самолетов нужны были очень довольно большие полевые аэродромы. Вот такой самый большой у нас площадкой в нашем Тихвинском районе и стал аэродром Кайбакса, имеющий размеры 1200 на 250 и на 300 метров. Первым прибыл из Подмосковья 127-й авиаполк под командованием майора Кузейкина, который стал базироваться на полевом аэродроме Кайбакса и получил задание сопровождать транспортные самолеты в блокадный Ленинград. То есть транспортные самолеты садились в Кайбаксе, дозаправлялись, получали сопровождение и летели дальше. В начале октября сюда же из-под Воронежа перелетел 286-й истребительный авиаполк командир Баранов, а в конце ноября 1941 года к сопровождению транспортных самолетов подключился 154-й авиаполк командир Матвеев. Летать приходилось в необычных для истребителей условиях, низко над водой в любую, даже самую ненастную погоду. Разность скоростей транспортных самолетов и истребителей тоже давала очень большие трудности. Налетчики полка «Счастье» выполнили свою боевую задачу. Но все эти трудности обстрелянные бывалые летчики сумели быстро преодолеть. Ведь это были кадровые офицеры, окончившие авиационное училище и получившие закалку еще до Великой Отечественной войны. Командир полка Пузейкин сражался в небе Испании. Комиссар Проскурин участвовал в боях на Халкинголе. Школу боевых боев прошли первые месяцы войны и летчики младшего поколения. К тому же почти всем летчикам полка еще под Москвой приходилось сопровождать наши бомбардировщики и штурмовики, что пригодилось при охране транспортных самолетов. За 3 месяца работы аэродрома Кайбакса в осажденный Ленинград было доставлено 8 тысяч тонн грузов, вывезено из города 60 тысяч ленинградцев, среди которых было много рабочих Кировского, Металлического и Жорского заводов, и произведено 8 тысяч боевых вылетов. За мужество и героизм, проявленные на трассе воздушного моста, были награждены орденом Ленина Кузейкин, командир полка Проскурин, Александр Петрович, комиссар полка Зоц Филипп Григорьевич, майор, командир эскадрильи, орденом Красного Знамени Привезенцев Алексей Александрович, Белов Иван Сергеевич, Савченко Александр Петрович, Химич Федор Васильевич, Дружков Иван Федорович, Кутяков Сергей Петрович, Плавский Василий Антонович, Гнеев Василий Иванович, Бондарец Петр Романович. Большая группа летчиков, инженеров и техников награждена орденами Красной Звезды, медалями за отвагу, за боевые заслуги. А старшему лейтенанту Муравицкому Друге Захарычу 22 октября 1941 года было присвоено звание Героя Советского Союза.
Он за 2 месяца боёв провёл 32 воздушных боя, сбил 13 вражеских самолетов и совершил 1 воздушный таран. Погиб 30 ноября 1941 года, похоронен во Всеволожске. О подвигах Луки Захаровича рассказано в книге «Твои герои Ленинград» и в книге «Воздушный мост» Михельсона и Елыгина. 24 октября 1941 года штаб Ленинградского фронта отдал боевое распоряжение о переброске воздушным путем основных сил 44-й армии, 44-й и 191-й стрелковых дивизий в район Тихвина. То есть снимались дивизии с фронта, с Карельского и под Тихвин. С аэродрома, и привозили их как раз на этих транспортных самолетах. И даже была там своя, можно сказать так, в самолет вмещалось приблизительно 28 человек. Если с пулеметом, то каждый пулемет это 2 человека долой. И в результате вот эти две дивизии были переброшены вот такими транспортными самолетами с Карельского фронта к нам под Тихвин. С аэродромом Кайвакса связан перелет Георгия Константиновича Жукова в осажденный Ленинград. Именно здесь приземлялся на дозаправку самолет «Дуглас», в котором летел знаменитый полководец. А сопровождали его летчики 160-го истребительного полка, дислоцировавшего тогда на аэродроме Саража. Об этом мы можем прочитать в воспоминаниях Александра Петровича Силантьева в книге «Герои ленинградского неба». С приближением фашистов к Тихвину 127-й полк перелетел на аэродром Подборовье, а 286-й авиаполк перелетел на комендантский аэродром. Это теперь аэродром Жевка в Ленинграде. Теперь фотографии до... до ближнего бомбардировщика. Вот это приказ, вот этот приказ, чтобы воздушный мост, где какие аэродромы дальше. Это летчики, вот как раз тяжелый бомбардировщик. Вот тяжелый бомбардировщик ТБ-3. Вот это ленинградцы садятся в эвакуацию на этом, на аэродроме. Это тоже вот летчики у тяжелого бомбардировщика. У деревни Шибенец есть очень большое ровное поле, сразу же рядом с деревней. Здесь в 41-м году тоже был аэродром. По воспоминаниям старожила Анатолия Соколова говорится, из Шибенца выходила дорога, она шла, как он выражается, триулями. В конце аэродрома, шла в поле, превращенное в аэродром. В конце аэродрома в углублениях находились капониры. Разгонный взлет самолетов проходил в сторону деревни и реки, так как был маленький уклон в их сторону, а посадка в горочку, то есть со стороны реки. Здесь вот у нас там нет. Это снимок сделан у немцев, аэродрома, вот тут написано Шибенец. В 1942 году. А здесь просто схема аэродрома. Здесь вот деревня, у нас Шибенец, вот аэродром, и здесь вот крестиком место гибели. Аэродром имел размеры 1050 метров на 300 метров. С августа 1941 года здесь находился базовый аэродром 283-го истребительного полка. Укомплектован авиаполк был самолетами МиГ-3. Полк состоял из 20 боевых самолетов истребителей. Командиром полка был Сергей Семенович Бондаренко, комиссаром старший политрук Леонид Ильич Колесников, начальником штаба капитан Лебедев. Местные жители вспоминали, что самолеты стояли впритык к домам, но летчики в деревне не квартировали. Летный состав полка уничтожал пулеметно-пушечным огнем живую силу и технику противника по всей линии фронта вдоль реки Волхов,
вел воздушную разведку, вылетал на перехват самолетов врага, сопровождал транспортные самолеты в осажденный Ленинград и прикрывал группы самолетов Ил-2 и Пе-2, а также прикрывал наземные войска. Полк совершил более 100 боевых вылетов, уничтожая авиацию противника на земле и в воздушных боях. О том, какой ценой приходилось платить за победы, говорит такой факт, что к концу сентября 1941 года в авиаполке осталось только 5 исправных самолетов и 6 живых летчиков, после чего полк был пополнен за счет другого авиаполка, и дальнейшие полеты выполнял уже с аэродрома Веревье, Маловишерский район Новгородской области. Затем наша местность была оккупирована врагом, который хозяйничал на ней всего один месяц, но после него остались почти уничтоженные деревни. В Шибенце осталось в целом всего только 6 домов из 96 или 8. На полевом аэродроме Шибенец с 12 марта по 14 декабря 1942 года базировался 658-й ночной бомбардировочный авиационный полк. Полк был сформирован в ноябре, в начале декабря 1941 года в Среднеазиатском военном округе на базе Кременчугской авиашколы стрелков-бомбардиров и получил на вооружение самолеты РЗ. Уже с 5 по 21 декабря 1941 года полк передислоцируется на Волховский фронт. Базируется на разных аэродромах. Это село Болотово у Череповца, село Коломенка, станция Веревье, село Городное, село Волгино, Новгородская область. В воспоминаниях бывшего командира 1-й эскадрильи, полковника в отставке Эдуарда Вильямовича Вейка, мы читаем. Выгрузились мы под Череповцом в открытом поле, приступили к сборке самолетов. Стояла суровая северная зима. Леденели руки и ноги. Металлические части самолетов обжигали пальцы и прилипали к пальцам. И надо было подвесить, а состыковать 4 крыла самолета, законтрить десятки болтов, одеть на крылья и хвостовое оперение обтекатели, завернуть сотни маленьких 3-миллиметровых шурупов. Надо было в срок собрать матчасть и вылететь на действующий аэродром. То есть вот они под Череповцом собирали свой самолет, вот он собран, летчики садились и летели тут на тот аэродром сначала, на котором их могли принять, чтобы идти в бой. В это время полк принимает участие в действиях 2-й ударной армии, 59-й армии в районе Чудово, Спасской Полести и Любани, производя бомбардировки противника, снабжая по воздуху окруженную 2-ю армию и вывозя оттуда раненых. Командиром полка был капитан Голуб, а комиссаром старший политрук Бессонов. На их долю выпало самое тяжелое время для полка. Полеты в непривычных условиях, они же прилетели оттуда с юга, с Кременчука. Значит, плохо оборудованные аэродромы, морозная зима. Перед вылетом экипажи часто не получали метеосводки, не знали погоды по маршруту. По этим причинам многие экипажи гибли. 21 февраля 1942 года командование меняет руководство полка. Командиром становится майор Лукашевич, а комиссаром стал политрук Осмолов. К этому времени в полку выросла большая группа опытных летчиков, научившихся летать в сложных метеоусловиях и умело наносящих удары по врагу. Это летчики Капустин, Зимин, Летун, Матвенко, Буздырев, Антимиров, Паршиков, Вик и другие. 23 июня 1942 года 23 летчика и техника были награждены за успешное выполнение боевых задач орденами и медалями. Среди них летчики Зимин, Капустин, Антимиров, Агафонов, Паршиков, Вик, Дедюлин, Иванов, значит, штурманы Федосов, Коршак, Радченко, Егошин, Забранский, стрелки, бомбардиры, Ильченко, Урсюков, Иоганов, механики Багуев, Зубенко, Сибирев, Шаогин, Радкевич и другие. С июля по декабрь 1942 года полк действовал в основном на участке боевых действий 4-й армии в районах Кириши и Грузина. 14 августа не вернулся с боевого задания экипаж пилота Зимина со стрелком-бомбардиром Ильченко. Это был один из опытнейших летных экипажей полка, совершивших совместно 139 боевых вылетов. Самолет Зимина
над целью в районе Синявинских высот был подбит зенитным огнем противника. Ильченко был убит. Неуправляемый горящий самолет, провожаемый лучами прожекторов, падал на землю. Раненый и обгорелый Зимин нашел в себе силы и выпрыгнул с парашютом. Прожектора продолжали освещать его, а вражеские пулеметчики пехота обстреливать с земли. Летчика, упавшего на нейтральную полосу, вытащили из огня и спасли советские пехотинцы. Долгое время его считали погибшим, пока он не пришел в сознание и его не нашли живым в нашем Тюменском госпитале. О том, как сражались летчики, можно рассказать и на другом примере. В октябре экипаж в составе летчика Агафонова и штурмана Федосова выполнял боевое задание по уничтожению артпозиций противника в районе Синявинских высот. Самолет шел в перекрестке лучей прожектора, осыпаемый со всех сторон градом разрывов зенитных орудий. В крыльях фюзеляжа росло количество пробоин, но на боевом курсе маневрировать нельзя, иначе цель не будет поражена. Экипаж точно выдерживает курс, сбросил час бомб на батарее противника и зашел на повторный удар. Внезапно зенитный снаряд разорвался в кабине штурмана Федосова. Острая боль обожгла бедро, живот штурмана, но под самолетом висело еще 4 бомбы. Пересиливая боль, Федосов продолжал направлять самолет по боевому курсу, сбросил бомбы на цель и только после этого дал Агафонову обратный курс на аэродром. Самолет совершил посадку на своем аэродроме. Федосова вынули из кабины без сознания. 20 осколков снаряда обнаружили врачи в его теле. В ночь с 10 на 11 ноября полк постигло еще одно несчастье. В 23 часа 10 минут на взлете самолета экипажа пилота младшего лейтенанта Дитюлина Петра Спиридоновича и штурмана младшего лейтенанта Кожемякина Трофима Амуфриевича от мотора оторвался винт, самолет упал в лес, взорвался, экипаж погиб. Похоронили летчиков на границе аэродрома, затем их прах был перенесен в братскую могилу нашей деревни Новоандреево, а на месте гибели установлен памятный знак. За время боевой работы на Ленинградском Волховском фронте с декабря 1941 года по декабрь 1942 года 658-й авиаполк ночных бомбардировщиков совершил 1606 боевых вылетов, на голову врага было сброшено 642 тонны бомб, выпущено 3 миллиона 400 тысяч, значит, пуль, сброшено 4 миллиона 800 тысяч листовок. В ночь на 23 ноября 1942 года полк совершил последний боевой вылет на Волховском фронте. Оставшиеся 6 самолетов были переданы в 689-й авиаполк, а личный состав отправился на переформирование в город Куйбышев. К лету 43-го года был переучен и перевооружен самолетом Ил-2 и стал штурмовым авиаполком. Так. Теперь вот, ну, я вот немножко сокращусь, не буду говорить про какую известный уже аэродром Саража, потому что про него еще где-то есть что-то. Расскажу немножко про аэродром, значит, Шугозерский. Военный аэродром Ляхтига находился недалеко от поселка Шугозера. Он имел размеры 1200 метров на 300 метров и был окружен лесом. Здесь 6 мая 43-го по 3 июля 44-го базировался 957-й штурмовой авиаполк. Техническое обеспечение полка составляли 32 самолета штурмовика Ил-2. Основным направлением работы был Карельский фронт. Значит, об этом полке. Этот полк создавался в 30-е годы как Карело-финский. Основными там, значит, летчиками должны были стать или финны, или карелы. Но уже к концу, значит, к началу войны, стали появляться русские фамилии. А когда вот он прилетел в Шугозер, там уже почти все русские были. Значит, и вот здесь можно сказать так, что они летали в этот. Очень много было самолетов, которые, ну, вынуждены были или сделать посадку на вражеской территории, или их подбивали и так далее, и тому подобное. И поэтому там тяжелые эти. И вот у нас здесь, ну вот здесь сначала давайте посмотрим. Вот это самолеты, на каких летали, значит, в Шибенце. Значит, вот дальше. Вот это в Шибенце летчики. Один из них Зимин. Вот, по-моему, вот этот правый. Дальше.
Вот это значит представление к ордену Красной Звезды Дедюгина. Дальше. Вот это рапорт, что они погибли. Такие вот рапорта подавали, что где погибли. Значит, место падения самолета. Дальше переверните, там одну надо пропустить. Это уже с другого. И вот теперь памятник на месте, значит, где они погибли. Так, это у нас относится к этому к Сараже. Давайте дальше. Это не будем трогать. Так, вот, значит, фотография, значит, летчиков на аэродроме, значит, аэродромы военного времени в Тихвинском районе. 20 сентября 41 года, спустя всего 12 дней после того, как фашистские захватчики запнули кольцо блокады Ленинграда, Государственный комитет обороны по просьбе командования Ленинградского фронта и руководства города принял постановление об организации транспортной воздушной связи между Москвой и Ленинградом.